Крабовые палочки замороженные. Специально для рулетиков их произвели. Сейчас будем готовить. Правда, я один раз уже готовила. Произведено, сделано в Калининградской области. Это меня успокаивает. Возле моря. Но, когда первый рулетик я разматывала, было очень трудно. Мы поместим в микроволновку. Нужно, чтобы этот рулетик подогрелся. Наш крабовый рулетик подогрелся. Будет лучше, если края рулетика обрезать. Угу. Вот. Края нужно обрезать и аккуратно размотать. Угу. Вот, размотали. Понадобился мне майонез. А майонеза-то и нет. Заодно сейчас и приготовим. Нам потребуется. Банка у меня 700 граммовая. Налью-ка я половинку. Добавить нужно 2 яйца. Опа! Положу я почти всю. Горчицу. Где-то столовую ложку с горкой. И соли. А соли даже не знаю. Ну вот чайная ложечка. Поди хватит. Так. Хитрость заключается в чем? Нужно как-то сделать так, чтобы желтки были целые и накрыть их. Ну, так как у меня лимонной кислоты совсем мало, вообще-то, ну да, мало. 2 столовых ложечки надо. Посмотрите, какой густой получился майонез. Начинка у нас будет самая простая. 2 яйца, чесночок, сыр нужно натереть, у меня купленный, и наш майонез. Натираем, все смешиваем. Начинка готова. Кладем еще огурчик и начинаем крутить этот рулет. Отправим на полчаса этот шедевр в холодильник. Рулет у нас полежал в холодильнике. А запахи. Вот что у нас получилось.